Когда старость в радость. В регионе завершилась декада пожилого человека, но не поддержка пенсионеров. Более 400 тысяч представителей серебряного возраста живут в Курской области. Сейчас ведется работа с одинокими стариками. Их уговаривают на зиму поменять прописку и пожить в интернате. Или же согласиться на услуги соцработника. Только за время декады на надомное обслуживание подписалось 60 человек. Людей прибывает. Это уже 12 тысяч только надомников. Надомное обслуживание. Несмотря на то, что вступил и действует на территории области 442 закон, изменились тарифы, изменилась плата за социальное обслуживание. Людей, которые нуждаются, людей, которые хотели бы, чтобы им была оказана помощь, их меньше не становится. Малоимущие пенсионеры могут претендовать на бесплатное обслуживание. Для остальных цена за услуги соцработника начинается от 1200 рублей в месяц. Поясню, работа сиделки стоит гораздо больше. Кстати, развивается в регионе и особая форма поддержки. Приемные семьи для пожилых. Сейчас их свыше 80. Месячное вознаграждение для сердобольных курян 4500 рублей. С помощью федерального бюджета планируется обучить компьютерной грамотности до 1500 пенсионеров. На это потратят более 1 000 000 рублей.